Лада Щербакова, 15 лет, поселок Гвардейская, Симферопольский район. Очень долго к нему шла. Мама стояла, плакала. Инна Леонидовна, которая мой наставник, тоже стояла, плакала, а я не верила. Для Лады 2018 год стал третьим по счету с момента, когда она стала участвовать в конкурсе «Преград нет». И с каждым годом желание получить премию общественного признания, а вместе с ним и долгожданный кубок, только усиливалось. Первый год были просто грамоты за участие. Смотрела, вдохновлялась детьми, которые выигрывали уже более ценные награды. Второй год уже я получила что-то вроде приз зрительских симпатий. В 2017 году позвонили и сказали, что вышла в финал, что будет награждение. Приезжали сначала домой, награждали то, что выиграла в районном этапе, и пригласили в республиканский этап, где уже вручали призы Сергей Валерьевич Аксенов, кубок, ну и остальное. Очень волнительно, руки тряслись. Очень долго не осознавала, потому что я привыкла ездить туда как участник, смотреть, как всех награждают. Это сегодня Лада с большим удовольствием принимает участие в различных конкурсах, выступает на сцене и фотографирует, танцует, играет на барабанах. А будучи 6-летним ребенком, когда ей поставили диагноз сахарный диабет, девочка боялась любой активной деятельности. Конкурс «Преград нет» в разы усилил желание Лады развивать свои таланты. Люди стараются, люди за это получают какие-то награды, и мне захотелось также доказать, что я тоже так могу. И каждый год все больше грамот было, все больше старалась, сама себе, можно сказать, угодить, чтобы было больше наград, заслуг за что-то. Мне нравилось, когда меня хвалили. Копилка наград Лады с завидным постоянством пополняется новыми дипломами, которыми гордится как сама девочка, так и ее наставники. Что ей не поручено, всегда все выполняет. Умничка. Она вообще такой добрый человечек, я ее очень люблю. Она у нас является внештатным корреспондентом, она освещает все наши мероприятия. Ребенок, с которым можно работать и приятно. В 2019 году Лада окончит 10 класс. Свое будущее она связывает с профессией дефектолога. Означает ли это, что девочка оставит творческие увлечения? Однозначно нет. Лада будет с еще большим усердием принимать участие в соревнованиях и конкурсах. Возможно, у нее появятся новые стремления. Возможно, ей снова посчастливится получить награду из рук главы республики. Это покажет время. В одном Лада уверена точно. Каждый человек должен верить в свои силы и идти вперед. Несмотря ни на какие преграды, не сдаваться никогда, стараться делать все лучше и лучше, даже если первый раз не получилось, делать это второй и третий раз. Если есть возможность, то использовать эту возможность на все 100%.